сейчас еду по территории дома отдыха Занки. Запах, конечно, недалеко растет. Лох обыкновенный. Кстати, сейчас я буду к нему подъезжать, к одному из его представителей. В это время цветение происходит, лоха. Запах просто незабываемый запах. Вот лох этот со светло-зелеными листьями. Очень шикарный. Запах детства. Неподалеку от нашего дома были заросли этого лоха. И с тех пор это в памяти этот запах. Так, и сейчас еще один кустарник. Цветки напоминают акациевые грозди. Акация, к сожалению, уже цвела. Но тоже запах такой очень приятный. Так что здесь еду среди моря запахов. Одни растения цветущие изменяют другие.